Сегодня у нас 26 сентября. Вот мы работаем на лагерном пруду Санахиновича. Ну что сказать, слава Богу. Благословен Господь, что позволил нам здесь быть и трудиться. Во славу Его. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Мы пришли в пятницу сюда. Во сколько мы пришли? С утра? Не помню. Не помнишь. Ну вот мы привезли тележку, инструмент, сейчас обратно везти. Понедельник, сегодня вторник, и плюс два дня. Это мы находимся на лагерном пруду, Камагориха раньше назывался. Камагорова, видимо, здесь были. И вот сегодня мы только закончили здесь. Вот это вот сток воды. Сколько здесь, скажете, 3 метра или сколько, 3,5? Нет, 3 метра. 3 метра ровно, да? Угу. Ну и вот, а тут 6, 7, 8, почти 8 метров туда уходит. Вот это надо было вывести. И вот на две доски поднимаются. Тут просачивается немножко, тут дно есть. Вот. И не знал, что такая мощная вот эта распорка. Раз, два, три, четыре. И так их прогнет. Березовые. То ли размочило их, и так могло согнуть, не знаю. Ну, надо все это посмотреть. И одну закрепить заново как-то. А вот там под нее поставили стояк, разбили пополам. 1,5 метра она прогнуть не может. Ну, не подумали даже об этом. Тем более посредине, если она будет давить, она может доску выдавить туда вниз. Лагу, не знаю. Ну, подняли, это две доски, только ну, по 20, а 40 сантиметров, по 15, 30 сантиметров. Вода шла, сегодня туда бросили, как всегда, сама, и вода прекратилась. Маленько там он идет, чуть-чуть. Вот засаманили сегодня. Там видно, он белые, которые это, белые стали, чтобы руками брать, а дальше все отработкой промазано. Там дальше, видать, доска. Эту доску весной можно поднимать выше и выше уровень. Еще настолько же поднять. Сантиметров 40 свободно можно поднять. Что мы за эти дни сделали? Вот здесь засаманили оба края. Вон видно тот край. И вот здесь, вот докуда. Это что, сено? Никита утром пас коров. Одновременно пораньше пришел и натаскал. Он быстро бегает, как Асаил. Библейский персонаж. Ну и вот выше этого вода не поднимется. И поэтому теперь уровень держать надо так. Вот мы это сделали. Здесь батюшка ходил и увидел, вот идем отсюда, видно будет, бобриная хатка. Хата у него отличная. Вот. Мы вчера тут нору одну засыпали. Вот где вот эта вот лебеда, вот эта растет. Это туда вода раньше шла, он перегородил ее бульдозерист. Вал. Вал примерно где жердь вторая есть внизу. Такой высоты. И, ну а там идет эта трасса, дорога. Прям почти от трассы он провел. Все, запрудил. А здесь вот он отсюда брал, возил. Вот, а широко у него как. Вот. А потом, когда сделал сюда заезд, и оттуда глину сюда завозил. Там видно он даже, как он шел, где. И вот теперь там наросла лебеда. А потом, чтобы нам тут воду-то выпускать весной, он то, что сделал вал, заезжать-то, взял и смел ее, убрал. Убрал, ну, куда-то там вниз глина пошла. И вот сейчас мы собираемся идти домой. Время 7:00. Ну и решили проверить. Вот как он навозил сюда, вот все это, горбом. Вот это вот место ниже, а вот это ниже. Это он продавил гусеницами. Опасно было работать. А естественный скос это где-то 45 градусов. Ну почти 45. А у нас тут, естественно, это чуть не вертикально идет. Мы разные жердочки-то, он притоптал. Он бы никогда это не сделал, такая ну, разворот. Вон откуда где. Там видно, он где красное это где-то. Оттуда он брал. Надо дойти, медленно идет, развернуться. И теперь медленно, не сантиметров в сторону, идти по трассе туда вести. Мы бы не сделали никогда, а так, вот Господь благословил нас. И вот эта земля,
только запасная. Но оказалось, мы пошли когда работать, Игоря Барабаша я попросил, иди поближе сюда. Угу. Вот, чтобы сено подвез, сено старого какого-то там не нужно. Я видел только, где бобры подгрызли и прорва, но не видел такой беды. Они так подгрызли, вот, а... Ага, литовка, надо взять ее сюда. Вот видишь как, я помню. Упади, и на голову упадет и отрежет голову. А то вот косили вот эту сухую траву, чтобы хоть пройти как-то. Вот я с лопатами, с косой. И оказалось, земля козырьком нависла. Туда лопатой с той стороны, вот так лопатой бьешь, и далеко нету. И вот мы должны теперь это все были выправить. Вот она как идет. Это запасная земля. Специально не разровненная, чтобы вот эта, которая выше, гусеницу удавили где-то, ладно, вот это берется хорошо. Вот мы дошли до этого места. Сейчас я покажу, сколько мы тут. Ну, больше половины прошли. Забивали сваи. Ну, сколько сваи? Ну, я не знаю, 110-150-то было. Совсем мелочь. Вот забивали, просмолили, забили. И начинаем сено, глина, сено, глина. И вот видишь, куда мы вышли. Да не идет, там какие-то корни, оно не идет. Володя один долбит, а я только в свидетелях. Так, дальше у нас ничего там не осталось? Да нет. Нету. Да, да. И вот смотри, покажи. Вот покажи, сколько здесь. Как оно там. Вот эта большая балка идет, она как бы поддерживает, она раньше была. И вот эти вот... Забивать надо сваи, вот она. А здесь глина слоями с сеном. Работа просто огромная проведена была. Это оселок я взял. Ой. Почись. Ну что сказать. Ну ладно, потом придешь за этой. Пойдем дальше дойдем. Донесем сколько. Вот. Здесь видели, горбыля заложили. На чашку брось, Володя, потом возьмешь. А то неудобно ты. Брось ее сюда, чашку. Угу. Вот сюда тут кувалды лежат. А вот это вот выбила вода. Ну, отсюда 4,5 метра, наверное. Да? Ну да, высоко. Глубина такая. Отсюда, где мы стоим. И вот мы, у нас здесь, почему там выбила она? Железобетонный желоб был. Сток воды. Ну вот его мы загасили. Покажи как. Вот сколько. Но это в прошлом году еще было сделано. Вот это вот. И там упирается. И вот эта жердь, там видно, где проволока где-то на ней. И это вот, вот она. Проволока. А она проходит внизу. И вот с той стороны покажи, как сделано. Огромные деревья. Это сами брали. Там видно. И между собой они связаны. Проволока идет под глиной там. Ну, я могу даже маленько оттянуть. Так, видать, нет? Да, так видать. Видишь, сколько работы тут. Это огромно. А вон шпалы лежат, вон дальше погляди. Они как бы удерживают это, насыпь. О, Игнатий Иванович! Игнатий Иванович, Игнатий Иванович! Что? Подплыл к берегу кто-то. А? То ли бобер, то ли андатор к берегу. А где ты подплыла? Вот, вот, вот сейчас только что подплыла. Ты видел? Да, да, она булькнула и увидел. Она прямо к берегу плывет. Она плывет сейчас? Ну, сейчас-то я не знаю, где она. Но плыла к берегу именно, вот сюда вот. Ну, ей не понравится, что мы так-то сделали. Она может уйти, и мы все пропитали. Там-то мы ничего не сделали дальше-то. Вот она туда. Вот, а туда зашла? Угу. Ну, найдем мы ее. Пошли. Вот такая кувалда. Сколько мне весу? Весу сколько в кувалде? Не знаю. Ну, 5 килограмм-то есть? Да больше, наверное. Больше, 7. Да. Помахай ей. Вот. Пошли дальше. Я сегодня вот эти ямы, которые он бульдозер там, мы наполовину вот разровняли. Теперь ровные идем. Вот
А где мы утопили лопату-то? Там дальше. Ну-ка пойдем посмотрим. Что, наверное, вот здесь, да? Да, где-то здесь. Ага. А? Где-то здесь, да. Ну не где-то, надо точно. Ну вот первая у нас вот это была вроде. Вот она, первая. Ну что же, как мы так могли не запомнить? Вы сказали два дерева, вот два дерева. Вот это первая была пломба у нас. Вот она. Да как, еще? Вот здесь вот я вставал, вон туда он. Вставал, да? Да. Ну как-то надо запомнить. Ну как сказать, вот, вот этот столбушок запомнить, вот он. Ну ладно, пошли. И вот сегодня мы разровняли вот это место. Вот, разровняли. И теперь вон дальше, смотри, как трасса. А мы идем-то уже по дамбе. Вот она, дамба. Пожалуйста. А то вот как было, вот покажи как. Да, да, видно. Ямина. Ну как он привезет, сбросил. Пошел, еще почерпнул. Дальше бульдозер, он только толкать может. Вон какие, смотри, какие большие. А теперь мы здесь вот разровняли, можно ходить. А целый год мы прыгали. Это в прошлом году было сделано. Две лопаты, оселок. Я сейчас пойду, там еще у нас осталось? Кувалды? Да много чего. Это не принести одному. Ну конечно. Вот смотри как. О, в вечернем как... свете. Какая синевато небо. Тут да. Светлое небо, а там темное. Темное. Надо уходить поскорее. Ну все, уходим. Ну, слава богу. Я это положу оселок здесь. Угу. Пойдем. Все, да? Да, все, глубина-то какая, глянь, вот покажи. Это во время потопа так намыло, и вода как шла, вот вон она, изгиба-то, хлестала, уходила, и вот так промыла. Никакой другой теории нету, это Ноев потоп. Размокшая земля уходила. Ну все, слава Богу. Камыши шумят. Ну все, слава Христу, аллилуйя.